В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина. Пятиметровый памятник стоял на Красной площади мегаполиса последние 22 года. Речь идет об одноименном жилом комплексе, построенном в Манхэттене незадолго до распада СССР. Именно на его крыше и стояла пятиметровая статуя вождя мирового пролетариата. Считается, что памятник авторства советского скульптора Юрия Герасимова привез из России один из владельцев здания. Памятник якобы пылился на некой подмосковной даче. Статуя Ленина на Нью-Йоркской Красной площади считалась одной из достопримечательностей города. Известно, что демонтировать памятник решили новые владельцы здания, которые купили жилой комплекс за 100 миллионов долларов. Пока они не сообщили, что собираются делать со скульптурой. Отмечу, что манхэттенский памятник Ленину не единственный в США. Пятиметровый бронзовый Ильич стоит на одной из улиц Сиэтла. Изваяния лидера коммунистической партии там украшают на празднике гирляндами, а также раскрашивают цветными красками. Например, такое случается, когда в городе проходят гей-парады.